Всем привет, с вами Лилия Донскова, и у нас обзор одной из коллекций из 12-го каталога компании Oriflame. Коллекция называется «Теплая нежность». Мне это название очень понравилось, потому что уже хочется тепла, потому что в Саратове у нас похолодало, и прям бррр. В этой коллекции потрясающий палантин. Я его еще даже не разворачивала, я вот просто беру его в руки и чувствую его теплоту, нежность, мягкость. Она просто вот прям дарит такую надежду на то, что мне будет очень-очень тепло. Какой приятный, чудесный цвет, какой размер. Ух ты, я в него полностью, мне кажется, могу завернуться. Обращаю ваше внимание, что палантин двухсторонний. С одной стороны у него более такая спокойная расцветка розовая, с этой стороны более прорисован рисунок, вот этот огуречный, который всегда модный, актуальный. Поэтому будем носить его с правильной стороны. Я в него закутаюсь. Так, да, это просто как покрывало. Можно делать очень красивые дизайнирование палантина, то есть красиво его уложить. Можно подвязать его поясом. Есть специальная булавка, которая уже идет в комплекте с палантином. Ей мы можем подколоть эти булавки, броши. Это сейчас так модно. Обязательно обзаведитесь себе такими аксессуарами. И вот вы уже в наряде, который дополнит гардероб. И легко можно снять, если вдруг стало тепло, или одеть снова. И он за счет того, что у него такой небольшой размер, поместится даже в сумочке. Поэтому я считаю, что этот палантин очень красив, очень хорош с собой. И в этой коллекции у нас есть еще аксессуары. Бижутерия. Одна серьга уже на мне, из двух звеньев золотистых, и очень необычная цепь. Она достаточно увесистая и очень холодная. Два карабинчика друг с другом цепляются, и мы можем легко закрепить ее на шее. Можем карабинчики показать, кстати, они очень оригинально смотрятся, такие укрепленные. И сразу такая цепь делает как бы более праздничный вид. Вот я накинула на черное платье, которое, ну, просто черное платье. А с этой цепью сразу стало очень интересно. И я придумала еще один способ, как можно эксплуатировать эту цепочку. Внимание, магия. То есть мы ее снимаем с шеи и одеваем на талию. Всегда было модно, и сейчас тоже это актуально, такие красивые золотистые поясочки. Если как бы талия узкая, то есть, да, слишком широкая, мы можем зацепить за любое звенышко карабинчиком, а другой карабинчик мы подцепляем с другой стороны, чтобы он у нас просто не болтыхался. И получится, можно сделать его побольше, как бы оригинальный дизайн, такой уже платьишко подпоясанное, очень красиво. Можно также на брючки элегантные одеть такой поясочек. Поэтому вот это я точно буду брать. Я очень люблю такие цепочки. И часто бывает такое, что вот нужен поясочек какой-то маленький, тоненький. И вот он как раз у нас и есть. То, что нужно. Потрясающая коллекция. Кстати, могу сказать, что я даже, когда смотрела каталог, я не обратила на нее внимания. Но когда я взяла это в руки, я поняла, что это очень прикольно, дерзко, стильно, необычно. И я это действительно буду носить. Мне очень понравилось. В этой коллекции также есть еще сумка приятного, такого мятного цвета, в тон как раз отделки на палантине. Но сумочки у нас, к сожалению, нет, мы ее можем посмотреть только в каталоге. Но я уже вижу, какой у нее приятный дизайн, какая красивая форма и шикарный золотистый клапан. Поэтому коллекция суперская. Я всем рекомендую. Сама на нее уже прям так вот задумалась. Наверное, я ее возьму. Но мы еще не все посмотрели. Будем продолжать. До встречи в следующих видео. Оставайтесь на нашем канале. Ставьте лайк. И пишите в комментариях отзывы. Пока-пока.